это Лена. Ну, Лена на выставку. Мы сейчас пойдем смотреть Лены картины, и все мы посмотрим, где Лена на галерее. Правильно? Это было не низко. Пойдем показывать. Пойдем? Идем. Ну что, мы посмотрим, как работает, где работает. Студия художника. Студия художника. Да. Много тюбиков с краской. Да. Это не моя работа, но это как бы студия, там много. Так, тебя не видно. Меня не видно. То есть это как бы вообще студия, тут 5-6 художников, которые работают каждый в своем месте, как в своей студии. Так, а где угол самого великого художника? Каждый будет по-своему. Вот здесь ты рисуешь? Да. Вот мой этюдник. Тут люди, правда, сейчас. Этюдник сейчас буст, ждет новых творений. Главное холстами закупиться. Холстами не проблема. Подожди, это, вот это, стой, вот это я хочу спросить. Вот это. Это сколько картин было нарисовано? Это? Да. Это всего 2-3. 2-3 картины? Да. Потому что они периодически как бы меняются. 2-3 картины, 2 ведра краски. Сколько картин у тебя сейчас там? На выставке? 27. 27. Еще 7 принтов. 7 принтов. Или 28, я не помню. Много. Давай. Присядь. На выставке я главный экспонат.